Ожидания. Ну, я ожидал, что будет очень интересно, ПФЛ уже другой уровень. Нам надо было сыграться, привыкнуть к игру. Каждую тренировку, каждую игру команда прибавляет в целом. У нас в команде ребята все открытые, что в быту, что на футбольном поле у нас проблем не возникло. Для меня каждый партнер – это друг. Каждый матч хочу выйти и забить гол, отдать голевой пас. Ну, играть очень сильно хочется сейчас и тренироваться. Тяжело вливали в сезон, потом сыгрались и начали показывать качественный, красивый футбол. Приятно было понимать, что забил первый гол в истории команды. Горжусь, что наша команда в каждый матч выкладывалась на 100%. Любая команда может проиграть любой матч. Мы чувствуем друг друга, это самое главное. Что не получилось с первого сезона, я думаю, ничего страшного, у нас все еще впереди. Мы должны занять только первое место, и для меня, в принципе, существует только первое место.